Ты кто? О! Твою мать! Откуда он здесь появился? Дружбанище. Замбарище, дружбанище. А через эту штуку, блин, больно будет. Или с костра? С костра просто. Ай, жопа горит. Ах, ты твою мать. Ни хрена мне сняло с жизни сразу, ты прикинь. Как мне отсюда выбраться? Помогите. Помогите. Кто-нибудь спасите. Вот, да. Вот это место помню. Здесь я стрелял, я помню. Здесь я в войнушечку играл. Бляха. Чистил вроде все. Ни хрена себе. А что такой мощный? Ну-ка. Говняки. Да лови. Так, вкусно сейчас. Ублюдок. Ни хрена себе. Наемник. Наемник Денис, гоблин. На-на. На-на. Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами приключения Меченого в игре Сталкер Чтение Чернобыля. Итак, мы с вами, значит, отправились, короче, выполнять топ-задание. Искать потерянное фамильное ружье. Вот. Но по пути мы наткнулись на засаду наемников, которые в то время хотели обокрасть ученых. Вот, мы все-таки, короче, ну как всегда, не в то время, не в том месте, короче, очутились. И решили, короче, помочь ученым. Вот. Теперь нужно вот этого. Всех перебили, короче, вот этот зоолог один остался, профессор Круглов. Вот. И, короче, нужно его провести куда-то на базу, что ли, ученых. Вот. А веду я к тому, что, как бы я начал это рассказывать, к тому, что, скорее всего, он нас ведет. Так. На янтарь. Он нас ведет на янтарь. А на янтаре что? А на янтаре у нас база ученых. А там что? А там, короче, помните, да? Призрак, по-моему. Призрак выполняет задание для ученых. И по-любому там есть информация о призраке. А призрак у нас знает что? Знает информацию о стрелке. Так что, видали, какая вот цепочка? Какая цепочка, короче, прям важная такая цепочка. Вот, если мы хотим узнать побольше о стрелке, нам нужно, короче, сопроводить этого вот господина. Профессора Круглова на янтарь. Вот. И, возможно, мы там сможем с вами что-то узнать. Так. Он говорит, короче, нам надо идти первыми вперед. У меня патронов, конечно, вообще. Вообще. У меня есть еще РПГ. Так. Вот это вот, блин, я не знаю, оставлять или не оставлять. Вы, короче, в комментах меня просили, короче, определиться все-таки с оружием. Вот. В принципе, я определился с оружием, и мне нужно, чтобы была оптика, как, полуавтоматическая, или автоматическая, короче, автомат, который может стрелять и одиночными, и очередью, и так, и сяк, короче. Вот. И желательно, чтобы был подствольник. Все это, вы говорили, находится, можно найти в лаборатории X18. Вот. Так что мы туда направимся, там найдем свое оружие, которое мы хотим. А пока вот так вот будем ходить, короче, пока вот так. Вот насчет вот этого я не знаю. Может его к чертовой матери выбросить, или я фиг знает. Вот. Выносливость, смотри. Можно, кстати, вот так вот сделать выносливость. Почему нет, да? Так, окей, ладно. Там дальше разберемся, если что, выбросим.
Искажение, короче, пространства. Это у нас аномалия пламя или огонь. На него лучше не попадаться. Но тут оно, короче, всю... Смотри, оно всю дорогу тут расфигаривает. Так, ладно. Ну-ка. Пойдем так. Не поджарился, не поджарился, нормально. О, отлично, отлично. Аккуратненько. Так. Капля. Оп, смотри, там какой-то артефакт новый. Даже два. Еще одна капля и вот такая вот штука. Такая штука у нас есть. Пускай еще одна будет. Так, отлично. Смотри, кучка. Кучка здесь. Людишек. Так. Немножко облутаю сейчас. Вон тех вот. Смогу ли я? Аккуратненько, аккуратненько. Хорошо. Ну, в принципе, смотри. Не такое уж и страшное. Это, ну, это аномалия, не такая уж и страшная. Главное, правильно... А это кто? Это что там зачертило? Ты кто? О! Твою мать! Это что за черт? Раненый? Ну, походу раненый. Видал, как он шел? Он как будто раненый. Опа, у него что-то вывалилось. Зомби! Ни хрена себе, здесь даже зомби есть. Очуметь, очуметь. А какого черта зомби стреляло с автомата? Так, эй, профессор Круглов, я прошел, в принципе. Вы где? Он за мной побежит, нет? Литокидок. А в принципе, наверное, не должен быть кидоком. Его даже там на горизонте что-то не видно. Профессор! Профессор! Опа! Чувствую заварушка. Слышал, да? Пацанбарь! Бах! Твою мать, ты как здесь очутился, Профессор Круглов. Если у тебя и был телепорт, почему ты меня не телепортировал сюда? Профессор Круглов, вы что? Такие шуточки вы бросьте. Так, ладно. Наконец-то мы в безопасности. Спасибо тебе за помощь. Я твой должник. Возьми пока эту флешку. Это копия результатов последней экспедиции. Уверен, бармен за эту информацию хорошо заплатит. А, да? Интересно. Меченый, если найдешь на мобильной лаборатории на инвентаре, подарим тебе скафандр научный. Опа. Посмотрим, как получится. Интересно. Так, я хотел бы кое-что узнать. Кто вы и как здесь оказались? Моя фамилия Круглов, я профессор биологии, изучаю зону. Вчера, например, наткнулся на один очень интересный вид. Антропоморфус дендромутантус вулгарис. В основном нахожу и описываю новые виды мутировавших животных, их повадки и особенности. Потом эта информация анализируется, и я передаю в внешний мир. Кое-что, конечно, передаю бармену. Мои открытия уже не раз спасли жизни сталкеров. Я как раз вез результат своего исследования на Интарь, когда мой вертолет был обстрелян. Угу. Так, расскажи о зоне. Зона – это замечательный подарок человечеству. Конечно, жить здесь нельзя, радиация, аномалии, мутанты – все они, конечно, смертельно опасны, зато представляют огромную научную ценность.
Это почти природный эксперимент, просто заповедник для ученых. Сложно представить, что станет с наукой после изучения зоны. Технологии, лекарства, новые сорта растений, лекарственных употребляемых в пищу, биотехнологии, исцеление неизлечимых болезней, да мало ли чего еще. Может быть, пищевая проблема для всей Земли будет решена. Если бы только нам не мешали, может быть, мы бы уже ввели человечество в золотой век. Угу. Ребята из долга думают иначе. Да, и свобода не особо стремится вам помогать. Так, может быть, и есть какая-то польза в изучении зоны. Ну, конечно, есть. Конечно, есть польза в изучении зоны. Ты чё? Вы тоже это видите? Как приятно найти в собеседнике не узколобого практика. Я всегда говорил, надо смотреть на проблему шире, отрешиться от человеческих мер. Пусть даже есть вред от зоны, но может быть и польза. И польза огромная, я вам скажу. Так, к сожалению, мне пора удачи. Окей, если зайдешь стой. В мобильную лабораторию на Янтаре, подаем тебе научный скафандр. Научный скафандр, интересная штука, да. Интересно. Так, что тебе можно продать? А тебе, наверное, и ни черта не продать. Ну, можно вот эту штуку... А, у тебя денег не хватает. Не хватает, бомжик ты у нас, бомжик. Так. Давай вот это. Ну и все. И все, с тебя хватит, дружище. Так, а что у нас капля дает, я не помню. Вот 4 штуки. А, понятно. Можно продать. Так. Ясно, понятно. Все ясно, понятно. Здесь мы с ним и разойдемся. Тогда делаем так. Мы отправляемся сейчас обратно искать фамильное ружье. Вот. Знаем теперь, что на Янтаре нам в принципе рады. Вот, мы помогли ученому. И в дальнейшем мы туда отправимся и посмотрим, разузнаем о призраке. Вот. Узнать о судьбе призрака. Так. Найти фамильное ружье, убить сталкера, найти... Ага, спасти Долговцева. Понятно. Он мне дал какую-то, короче, флешку. Могу ли я как-то прочитать, посмотреть общество? Зомбированные сталкеры. О! Те, кто подвергся длительному воздействию излучателей на Янтаре или некоторых других секторах. Неосторожные сталкеры быстро сходят с ума, превращаясь в бродящие полутрупы. Их много бродит по зоне. Некоторые добираются даже до периметра. Так или иначе, помочь или им... уже невозможно. Процесс разрушения личности необратим. Хотя зомбированные сталкеры еще могут воспользоваться своим оружием, они довольно глупы. А, при встрече может услышать, как они бубнят себе под нос обрывки фраз, которые, впрочем, начисто лишены смысла. Со временем зомбированные сталкеры окончательно утрачивают все прежние навыки и превращаются в зомби. Как правило, они очень агрессивны и при значительном скоплении представляют серьезную угрозу. Ты откуда здесь взялся? Откуда он здесь появился? Дружбанище. Зомбарище, дружбанище. Понятно. Откуда он здесь взялся? Так, ладно. Что там дальше у нас? Справка. Артефакт. Слизняк. Формируется аномалия холодец. Негативные свойства этого артефакта компенсируются тем, что он повышает свертываемость крови. Такой артефакт нечасто можно встретить, и за него дают неплохую цену. Так, это у нас есть такой. Ага, прорыв в зону 2011. Армейские подразделения, в том числе и специального назначения, возглавляемые отрядом военных сталкеров, предприняли крупную экспедицию внутри зоны с целью прорваться к ЧС и уничтожить предполагаемую причину возникновения смертельных аномальных полей, либо наконец-то добыть достоверную информацию о происходящих там процессах. Данное предприятие, в котором принимали участие более 1000 человек и множество техники, полностью провалилось. Отдельные группы уцелевших осели на территории зоны без особых надежд на спасение. Так, уничтожение лагеря на заводе Росток. Кстати, вот уничтожение лагеря не достали, просто вот достали. Кругом уничтожение лагеря, знаешь, это, блин, это как Far Cry, знаешь. Уничтожение аванпостов, знаешь, там такая вот фишка была. Так, что еще? КПК. Исследование Круглова. О, давай.
Как оказалось, излучение прежде всего воздействует на высшие области мышления. Опыты показали, что только человек и животные с высокоорганизованным мышлением, такие как собаки, лошади, чувствительны к этому излучению. Из них лишь человек полностью подвержен эффекту погружения в транс. На подопытных животных эффект оставался в пределах сильного страха. Исходя из этих предпосылок, можно сделать вывод о специализации воздействия исключительно на человеческий мозг. Продолжительные эксперименты на добровольцах показали, что эффект транса может быть снят при медикаментозном лечении. Также нами были разработаны экспериментальные устройства, которые защищают человеческий мозг от дозированного воздействия излучения. По нашим расчетам, источник излучения находится в центре озера Янтарь. Вероятнее всего, природоисточник искусственный, вполне возможно отключить его. Также есть опасность, что неблагонадежные элементы могут получить доступ к источнику излучения, попытаться взять его под свой контроль. Так, понятно. И почему-то я так вот, не знаю, вот прям жопой чувствую, что когда мы придем на Янтарь, нас попросят помочь, короче, с отключением вот этой штуки. Почему-то вот я прям таки вот думаю, да. Окей. Освободить Долгорцева. Нет. Где там? Вы знаете, призрака Слав, найди фамильное ружье. Вот так. Идем. У нас все-таки есть пока задача. Пока задача. Поэтому. Янтарь, в принципе, никуда не денется, если что. И мы с вами туда вернемся. Ну, по-любому туда вернемся, потому что надо узнать. А призраки? Все хорошо. Так, ты что такое? Капля. Отлично. Ну-с, друзья, продолжаем. Теперь нужно вернуться обратно. Надеюсь, здесь наемников больше нет. Да хотя, блин. По-любому они есть. Он уже на радаре что-то один кто-то выскочил. Появился. Я думаю, это по-любому наемник. Так. Этих мы не лутали. Не успели. Кругов тогда свалил, да, убежал. Поэтому мы не успели. Так. Это лагерь, наверное, наемников, да, такой небольшой. Здесь можно нычку сделать. Опа. Ветер свободы. Что такое за ветер свободы? Производимый ремесленниками группировки «Свобода», облегченный комбинезон сталкера, легкий армейский бронежилет плюс накладные усиливающие кевларовые пластины – способен защитить от слабого оружия. Ткань комбинезона обработана специальным составом, повышающим сопротивление аномальной активности. Так, это все понятно. А как мне с моим-то? 30, 50, 25. Но мой в любом случае... А, погоди, нет. Мой он... Блин, он местами нормальный, местами хуже. Прям вот... Прям вот даже и не знаешь, что лучше взять. 45, 27. Не, ну мой, наверное, все-таки лучше. Блин, я даже нет. Даже нет, даже не знаю. Почему нет вот этого списка, знаешь, как обычно-то, вот это сравнение. Неудобно.
Да ладно, короче. Выбросить. Не надо. Мне, в принципе, с моим хорошо. Так. Здесь пусто. Погоди, наверное, надо взять ружьишко. Зарядить как раз. Мало ли что. Боевых действий, в принципе, пока нет. Вот. Так. Мне нужно как-то обойти это место. Ну, как-то вот так. И вроде бы, да, там вниз куда-то, да, ввел наш радар, наша стрелочка. Под землю. Там-то логово кровососов. Я думаю, кровососов лучше убивать вот с ружья. Если что, если на то пошло. Что-то пикает. Где-то аномалия. Все пусто. Все пусто, это херовасто. Так. А где спуск-то? Вниз. Я, в принципе, вот нахожусь там, где нужно. А, ну вот. Окей. Бляха, нихера себе, перепрыгнул. Так, окей. Я так предполагаю, нам сюда. Вот это вот, блин, электричество вот это жесткая тема. Надо аккуратно. Там какая-то хрень, короче, была, мне неизведанная. Окей. Трупы кругом. Где-то здесь я сейчас видел, короче, такую штуку какую-то. Она куда-то исчезла, походу, дело. Ладно, допустим. Так, фамильное ружье, я так предполагаю, вон там. Мне тут не перепрыгнуть, надо в обход. Так, здесь не подняться. Здесь не подняться. Ебли. Ебляха! Зашибись! Так. На ту сторону-то как? Бляха, а как? До туда я не допрыгнул. На этот, что ли, грузовик? Ой, не грузовик, это запорожец. Грузовик. Так, отлично, хорошо. Допустим, вот так. А в той машине, интересно, что-нибудь есть? Ладно, потом посмотрим. Хорошо, отлично. Я надеюсь... Кровососов я здесь не встречу. Чуть не перелетел, видал, да? Опа! Отлично. Ох ты, какой ствол-то! Смотри, черный ястреб! Нихухры-мухры! 45. Настоящая пушка для настоящих героев. Большая, тяжелая, чрезвычайно убойная. Из-за цены и габаритов особой популярности в зоне не пользуется. Все-таки не каждый день охотишься на слона. Так. У меня для этого патронов мало, да? Так, ладно. Я, наверное, я его заберу. Да, я его заберу. Перегружен. Так, тогда делаем следующее. Делаем следующее. Вот этот автомат мы выбрасываем. Он нам не нужен. А пистолет мы, короче, в тайник убьем. Бляха! Вот это сейчас подарочек, смотри. Второй черный ястреб. Только улучшенный.
Без того мощный пистолет переработан под винтовочный патрон. Поистине убийственная штука для ближнего боя. Тогда вот это выбросить. Для винтовочного патрона. Погоди. Винтовочный патрон это вот это у меня, да? Нет? А, нет. Это бака. Где автомат Гром? Еще и проголодался бы. Так. Вот это, наверное, да? Скорее всего. Скорее всего, да. Скорее всего, это вот этот есть патроны, вот эти винтовочные. Где они тут-то? Вот, вот эти. Окей. Так, теперь надо выбираться. А как? Твою мать, а как мы теперь? В смысле? Твою мать, а теперь... А как я теперь... Я теперь в ловушке? Жесть какая-то. А через эту штуку, блин, больно будет. Или с костра? С костра просто. Ай, жопа горит. Ах, ты твою мать. Ни хрена мне сняло с жизни сразу, ты прикинь. Как мне отсюда выбраться? Помогите. Помогите. Кто-нибудь. Кто-нибудь спасите. Жесть какая-то. О, отлично. Поджегся, правда? Блин. Жесть. Так, что у нас здесь? Здесь только пищалка, короче, здесь только аномалии. Я больше здесь ни черта не вижу, если честно. Поэтому валим. Так, а погоди, а я... Ружье-то я забрал, не? Бляха, ружье-то я там оставил. Что за день-то сегодня? Че за дичь-то? Пец. А где ружье-то? Ну я нахожусь, кстати, вот. Или это вот? Нет. В смысле? Я не понял юмора, если честно. А где ружье? Эй, чел. Ружье-то отдай. Ну это мой автомат, я его только что выбросил. Это не может быть тем ружьем. В смысле? А как? Где ружье-то? В смысле? Не понял. Я нахожусь вот. Прям на цели. Так, надо почитать, короче, где находится это ружье. Может, написано будет. Фамильное ружье. Охотник, верни ружье. Потерял я его возле жилища кровососа. Сейчас скину координаты этого места. И посторожней, там твари эти очень злобные. Чё-то не понял вообще юмора. Но я вот, я на месте.
What the fuck? Оно где-то спрятано? Я в упор его не вижу. Что за дичь-то? Что за шуточки? Что за шуточки, мать вашу? Я предполагал, что она у этого чувака находится. Фамильное ружье. Ружье это не этот, не пистолет. Или это и есть пистолет, который я взял сейчас только что. Не, ружье это ружье. Что за дичь? Блеха, вот оно! О, ни хрена такая вот подстава просто. Так, ладно. А здесь его нет, что ли? Так-так. Ладно, все, валим, короче, отсюда. Что-то мы здесь подзадержались. Малёха. Бляха, как? Ну что? Да что, блин? Поверху же надо. Да чтоб тебе, что ты такой резкий-то, ёпта? Резкий, как понос детский. Задрал, ну пожри ты немножко-то, ёп твою мать. Все отлично. Я ты хиляк, а? Да. А там я пройду? Да, я здесь могу пройти. В жопу эти эксперименты всякие. Так. Ну да, там он исчезла, эта штука какая-то. Там была такая какая-то штука. Зеленоватая. Я думал, какая-то артефакт какой-то интересный новый. Фонарик вырубить. Ну и все, отправляемся. Теперь надо донести. Осталось только донести. Эти кто у нас здесь? Наемников вроде как больше нет. Ну, в принципе, им здесь делать больше нечего. Они просрали свое счастье, короче. Ученого я спас. Поэтому они, наверное, разошлись по домам. Обиженные пошли по домам. Ну да, такая вылазка, такая вот прогулочка такая у нас. Неплохая получилась. Да в смысле? Я думал, здесь проход. Электрические штуки задрали. Как мне теперь? Как я сюда попал-то вообще? Вот, да. Вот это место помню. Здесь я стрелял, я помню. Здесь я войнушечку играл. Бляха. Людок. Вас-то я здесь не ожидал встретить. Я что-то подзачистил вроде все. Ни хрена себе. Что такой мощный? Дробь даже не берет ни хера. Бляха, нифига я тут. Нифига, как я не сохранился. Ладно. Я добежим.
Ща дойдем, ща добежим. Сейчас я их там порешаю всех. Сейчас я вас покажу, кто здесь хозяин, мать вашу. Где моя граната? Болт. О! Во! Какого-то сюрпризика не ждали, да? Ща я вам тут устрою. Ледовое побоище. Ну-ка. Говнюки. Да лови. Так, вкусно сейчас. Ублюдок. Ни хрена себе. Ну-ка, испробуем сейчас пистолет. О, да. Мах. Вынес его. Вынес. Вынес. Там, вон там еще один, да, наверное? Пекаль-то крут. Мне он нравится. Здесь есть кто-нибудь? Наемник. Наемник Денис, гоблин. На-на. На-на! Как тебе? Как тебе такое, а? Награду какую-то забрать еще. Что за награда? Уничтожить наемников и бандитов на заводе. Ни хрена себе. А куда это вернуться? В бар. Ух ты! А я как раз туда и направляюсь. Прикольно. Бляха, пекаль вообще. Вообще просто ад. Пекаль просто ад. Жгёт нахер. Где-то там. Где-то там воюет. Нам туда не надо. Мы как-то. Мы как-нибудь сами. Что ж ты такой-то? Что ж ты такой-то? У меня вроде и этот артефакт выбран, короче, это выносливость. Чего он так дохнет-то быстро? Ну, выдыхается. Внимание! Ищутся добровольцы для выполнения опасных, но хорошо оплачиваемых заданий. Заинтересованным подходить в бар. Да все нормаль. Как мне убрать-то, я забыл. Смертельные аномалии, опасные мутанты, анархисты и бандиты не остановят долг победоносной поступью идущей. Так, бар Сторинген. Гражданам всей планеты. Ну, такое вам как? Поиски фамильного ружья аж на две серии у нас затянулись. Ну это на этот, на долг, да? Записываться надо, короче, вступать в долг. Мы это не будем делать. О, вспотел. Дошел и руками показывает, мол, дальше-то что делать? А бывалый как завопит радостно. Во, я же... Не дал походняк меч, но... Пусть терминатор. Так, надо, короче, бармену флешку отдать. Бармену сказать, что я там зачистил лагерь наемников. И отдать фамильное ружье. Вообще, прикинь, трех зайцев убили. Вообще жесть. Так, на, держи. Что? Ружье нашел? Ого! Брат, братишка, братулька. У меня просто нет слов. Спасибо. Спасибо, черт возьми. Эх, ну помог, ну помог. Да. Вот, возьми мое скромное вознаграждение. Это все, что у меня есть. Прости, что оно не так велико, как твоя помощь. Я не забуду, черт меня дери, как ты мне помог. Надеюсь, смогу со временем так же помочь тебе, как ты мне.
Спасибо. Слушай, что я тебе расскажу. Рядом с тем местом, где ты мое ружье достал, есть еще одна штука. Странный заколоченный дом. Что там, никому не известно. Но через окна видно, что там много аномалий. Может, артефакты есть. Только как туда пробраться, я не знаю. Интересно. Наверное, стоит бы проверить будет. Опа, еще одна, смотри. Уничтожить логово кровососа. Почему бы нет? Ты кровососа встречал? Жуть, правда? А я вот давеча пошел в деревню возле военных складов. Думал артефактами разжиться. И представь себе, вижу кровососа, черного такого, весь в рубцах. Сидит над трупом, меня не видит. Я испугался, как дал оттуда деру. Зря я побежал. Он меня услыхал и давай за мной. И сразу вот такой поднялся вокруг. Вой такой поднялся вокруг. Тут я и понял, что он не один был. Думаю, логово у них там. Если бы ты смог прогнать их оттуда, я бы тебе отдал один редкий артефакт, который пару дней назад нашел. Интересно. Так. Интересно, так, окей, ладно, до встречи. Задание у нас уже есть одно новое. Так, ну что вы, бармен. Бармен, вот флешка с информацией. Хорошая работа, я думаю, долг будет благодарен за эту информацию. Вот твоя награда. Спасибо. Там четверка, тут пятерик. Вообще шикарно живем. Так, по поводу задания. Молодец, заслужил. 2.5, отлично. Граната F1, уничтожение лагеря. Отлично вообще. Так, что же можно продать и что же можно... Наверное, вот этот пекаль я уже, наверное, 151 рубль. Ладно, я его продам, потому что он мне не сдался. Как бы. Вот. Продам, наверное, где от него патроны-то? Там 19, да? Не, патроны пускай будут. Вдруг я что-то другое найду еще, да? Я их сейчас уберу, вот. Пускай не будут. Так, оптика тоже сейчас уберу. Артефакты. Так, 1-2. Один себе оставляем, да? Минус радиация. Минус 20 радиация, в смысле? 5 сапожищих хреновые подсунули. Что у них совсем совести нет у этих. За неделю подошвы гоплы. Они же вроде были больше, да? Почему минус 20? Ну ладно, пускай. Так, цветок радиации. Так. Пить как охота. Это я себе оставляю. Это я тебе продам. Это здоровье плюс 200. Так, это я так. Это тебе вот так. Капли. 1, 2, 3, 4, 5. Да. 10 радиации. Уже не бывает. Так, все туда отдаю. Так, это я себе оставлю. Да. Так, это слизь. Кровотечение. Минус 133. Кровотечение. Так, слизь, ладно, я продаю. И вот такой я продам один. Так, окей. На 14 косарей, прикинь, товара. Ну, остальное я оставлю себе. Так. Что можно у тебя купить? Так, это вот для автомата патрончики я у тебя заберу. Окей. Ну и как бы все, да? Отличный обмен, чувак. Отличный обмен. Здорово, вечер. Здорово, здорово. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что. Так, теперь здесь. Что у нас? И как? Вот эти патроны. Я убираю. Леха. Убираю. Так. Вот эти патроны я убираю. Это я убираю. 5. Так, здесь 5. Подходи, сталкер. Патроны для автоматов я скину немножко. Пить как охота. Оставлю 150, отлично. Глаз сейчас холодного.
Так, 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 эти патроны тоже убираем. Эти патроны тоже убираем. Ну тормози, мужик. Вот моя информация может тебе выходит. Пригодиться. Так, для ружья что у нас тут? Дробь 10. Есть вот такие, 28. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Наверное, вот так оставлю. Чтобы речки. И лес рядом. Или по 10 оставь. И не радиации тебе, не тварей. Давай, не наверное, так разных. Где там? Не тормози, мужик. Моя Эк. Информация может тебе пригодиться. Эк. 12. Пить как охота. Квас вообще. Пускай вот так вот будет. Да. Подходи, сталкер. Нормально. Ну и в принципе все. В принципе все. РПГ я, наверное, уберу. Пускай она вот здесь лежит. Пока что. Ну и, в принципе, как бы вот так. Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Так, оружие здесь вообще не... нельзя выбрать. Да. Настроение. Так, ну, в принципе, все. Справка у нас появилась. Журнал. Таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Справка. Артефакты у нас здесь появились. Слизь. Это мы читали. Не тот уже хабар пошел. Не тот. КПК Гордон. Не тормози, мужик. Моя информация. 12.01.12. Черт бы побрал это начальство. Правда, не дадут покоя старику. Сперва место, затем непонятный город в России. Теперь вот опять поезжай-ка ты, старина, в бескрайные степи Украины. Держи свою фомку и удачного времяпровождения. 20.03.12. Пробался в зону, неужели здесь нет медведей? И с кем мне тогда предстоит сражаться? В целом осваиваюсь с трудом. За мясную консерву пришлось отдать ломик. 26.04.12. Начался выброс. Бармен сказал, что чтобы я поскорее спрятал свою задницу и не высовывался. Выгнал из заброшенного туннеля несколько крыс. Надеюсь, переждать в нем непогоду. Чё за Гордон? Интересно. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Так, окей. На этом, наверное, будем заканчивать, дорогие друзья. Вот, отправимся в следующей серии уничтожать логово кровососов. Я думаю, будет увлекательно и сложно. Это все-таки кровосос. Вот. Ну, а кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. И с вами был Валерий. Всем пока.